Церковь и культура – как они взаимодействуют, что у них общего, какая культура может быть помощницей церкви в просвещении людей, приведении их к изменению, к духовному совершенствованию, к духовному возделыванию. Собственно говоря, у культуры, у этого слова есть два определения – Первое определение от слова культ, наверное, да. И часто я люблю повторять, что каков культ, такова и культура. Если культ это, скажем, индуизм, значит культура, соответственно, все-таки в Индии или в других странах, исповедующих индуизм, народов, будет все-таки приближена к этому культу. Если культ ислам, значит, конечно, культура, безусловно, соответствует этому культу в этом народе, в этой стране и в других странах, исповедующих ислам. Если культ христианства, конечно, вся культура наполнена, безусловно, именно христианским содержанием. Посмотрите, этот золотой век христианской культуры в Европе. Это же невероятно по сей день, что приезжают туристы и смотрят в Европе, собственно говоря, со всех континентов. Именно христианские храмы, именно слушают какие-то э, исполнения произведений христианских авторов, наши э, хоры русские, наши знаменитые э, хоралы э, григорианские в Европе и так далее. Письменность, опять-таки, безусловно, э, в лучшие века расцвета христианства в этих народах, в этих странах, конечно, также имеет христианскую окраску и лучшие произведения писателей посвящены, безусловно, и Богу посвящены христианским ценностям, христианской морали. взять наших знаменитых классиков и э, Пушкина и Лермонтова и э, Чехова и Гоголя и Достоевского и э, другую большую плеяду наших писателей и знаменитых поэтов. Чего стоит ода бог Державина? Конечно, это все основано на христианской культуре и на христианском культе. Это одно, как бы, так сказать, вот, э, э, объяснение и перевод, что ли, слова культура. Может быть, более такое научное объяснение слова культура, и, которое имеет производное от... Слово культивировать, возделывать, действительно, это мы прекрасно понимаем, что культура совершенно меняет человека в лучшую сторону или в худшую сторону. И, конечно, мы в первую очередь имеем желание и основания, чтобы она возделывала человека и целые народы в лучшую сторону. И это мы также видим на протяжении. Многие столетия и в России то, что происходило с русским народом, когда христианская культура э, со своей стороны помогала церкви, помогала таинствам церковным благодати Божией, возделывать, культивировать а, действительно а, того человека, который и а, благовоспитан, и вежлив, и начитан, и а, умен, и, и а, научен научным является, как бы наука является высокой, и ее уважают, ее возделывают, эту науку в этом народе. И, конечно, безусловно, эта христианская культура, безусловно, является просто помощницей в христианизации человека, в катехизации человека, в привитии ему христианских ценностей и христианской веры, когда культурой являются христианские прекрасные музыкальные произведения, литература, храмовое строительство, иконопись, ну и все то, что мы называем нашей как бы богослужебной христианской культурой. И, конечно, это действительно возделывание, культивирование человека и целых народов. Вначале апостолы, потом, конечно, греки, Византия сколько принеся православную веру народам, в том числе славянам, в том числе русскому народу, русским племенам, насколько высочайшую культуру христианскую вместе с верой принесли. И по сей день мы лишь только частицу, наверное, вот этой вот огромной культуры можем воспринимать. Время от времени от нее, к сожалению, отказываемся, видим, что это дорога в никуда, дорога в пропасть, дорога в невежество, в ненависть друг к другу, братоубийственные войны на основании этого происходят гражданские и другие, и вновь сегодня мы пытаемся вернуться к христианской культуре. Культура имеет колоссальное влияние на человека и искусство, как производная культура, будем так говорить, в лучшую или в худшую сторону. И мы видим, как на примерах глубокой истории тысячелетней в России и в других странах, какое огромное значение имеет, в частности, положительное значение христианской культуры. И в то же время мы видим, вот скажем, уже не беря даже советский период времени, там была своя особая культура, которая порой прививалась и путем оружия. Но в 90-е годы 20-го столетия и в начале 21 века никто сегодня через оружие не заставляет принимать эту массовую культуру современную, мы называем ее западной культурой, в некоторых случаях никто не заставляет ее принимать. Но посмотрите, какое... Колоссальное влияние она имеет на современного человека, на современную молодежь. Когда э, после концерта, скажем, рок-музыки, э, металла, э, других видов подобного э, музыкального искусства, э, толпа это готова разнести в пух и прах город, людей. Это ненависть, это злоба, это многое-многое другое плохое. И, конечно, сегодня в связи с быстротой, э, переноса э, путем средств связи э, интернета, э, переноса э этих э, данных, которые э, новых произведений, новых веяний, которые возникают сегодня в разных странах, э, мгновенного как бы переноса на почву русскую, на почву других стран, это еще более усугубляет, и как бы, так сказать, отрицательное влияние современной массовой культуры, совершенно бездуховной культуры, причем массовой, потому что она, в общем-то, конечно, не личностная, она действует на массу людей, и заражаются люди, и они вот именно, так сказать, потом и живут вот так сказать, подпитывая друг друга вот этой массовой культурой, отрицательной энергией, и способны, конечно, в связи с этим сделать очень много плохого, что мы видим, насколько увеличилось количество самоубийств, насколько увеличилось количество наркоманов, алкоголиков, среди молодежи, особенно среди девушек, женщин. Это особый разговор, потому что алкоголизм среди мужчин, он ну, издревле, наверное, известен, а среди женщин все-таки это и девушек, это новое совершенное явление. И, конечно, алкоголизм и наркомания среди детей. Это <клес> а, тот отрицательный заряд, который энергия, которая разрушает изнутри человека. Вот представьте себе, молодой человек порой сутками находится под Влиянием этой, допустим, отрицательной музыки днем он бежит где-то по улице, в метро, у него наушники, затем дома тоже компьютер или также наушники. Это вечером какой-то клуб, где собирается молодежь, это опять дикая музыка. И, конечно, вот эта атмосфера, эта энергетика не дает человеку возможности вообще увидеть альтернативу, понятие, а потом вот представьте себе, когда совершенно сумасшедшая дикая вот эта вот громкая очень музыка металла, например, да, на каком-то концерте, и вдруг после этого, даже если ты попадешь, скажем, в органный зал или в зал, где исполняет церковные песнопения, в храм, где, исп, где исполняет богослужение великолепный хор церковный. Невозможно сразу воспринять это. Ухо человеческое уже настроено на другой звук, на другой уровень э, звучания. И, конечно, для того, чтобы понять вот эту музыку, хотя бы чуть-чуть ее прочувствовать, нужна э, определенная тишина и определенная подготовка к этому. Почему мы говорим, что невозможно помолиться за 15 минут в храме. И свечку поставить и уйти это еще... Ну, только один шажок, а там много шагов в храме. Это э, действительно хотя бы полтора-два часа, в которые можно чуть-чуть прийти в себя, чуть-чуть начать понимать богослужение. Э, немножко начнут уходить шумы те, которые были до этого в душе, э, в уме, э, на слуху человека. И начнут появляться какие-то совершенно иные звуки хора, чтеца, монотонное чтение. Псал Псалтыря, вдруг неожиданно какое-то слово Господи, помилуй необычно человек начнет понимать, вроде и часто произносимое в храме, и вдруг услышит слово мир всем, и он начнет понимать иногда, что никто в мире не произносит такие слова, кроме церкви мир тебе, мир всем! Или как ранее, раньше приходили в дом и говорили мир э, Дому всему. Да? Поэтому, конечно, безусловно, огромное влияние культуры и искусства на человека. Мы должны, осознавая ответственность и перед Богом, и перед собой, перед своими близкими людьми, заботиться о наших детях, о внуках, должны все-таки с усилием культивировать себе христианскую нашу культуру. Ведь мы родились в этой культуре, наши предки в ней пребывали много столетий, и она дала только невероятный взлет – нашей христианской культуре и невероятный взлет вот в этом культивировании нашему народу. Ну, а что значит культивировать? Это же не просто бросить семечки. Даже семечки бросить нужно труд. Это же нужно поливать, это же нужно взять тяпочку и убрать эту травку или встать на коленочки и ее выдернуть. Постоянно наблюдать за тем, как растет это растение. Поэтому, конечно, культивирование означает, безусловно, еще огромный труд. Не просто прийти неизвестно куда, неизвестно на какой концерт, и только заплатить деньги, и больше ни о чем не думать. Конечно, взрослые люди так не поступают, они ходят на любимые концерты, но все-таки нужно понимать, насколько, что полезно и Повторяю, нужно предпринимать для этого большой э, труд возделывания, культивирования.